Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. События пошли по-другому. Завладала линия на расчленение страны и разъединение государства, в чем я не могу согласиться. Все больше отстаем от них. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало. Так дальше жить было нельзя. Надо было оригинально. Вот почему я ни разу не пожалел. Несколько лет. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство. Появилось фермерство. Миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя. И начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация. Поворачивая экономику к рынку, важно помнить, что делается это все ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты. Особенно это касается стариков и детей. Мы живем в новом мире. Покончено с холодной. Остановлена гонка вооружений. И безумная милитаризация страны изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны. Еще раз хочу...